не знаю, где копии сделать. Не успеваю, шаббат. И вижу метрополитен там в фармасии. Я говорю, давай здесь быстро копии сделаю. Захожу в магазин, делаю копии. Приходит малой Йосефа сын. Мы даст наш чек. Рабби Акилов, да, я говорю, да. Он там сзади, мой брат-ин-ло сидит. Авраам Канхоров. Он ваш синагогу должен был чек передать. Вот вам чек. Я говорю, я даже не знал, что здесь работает вообще. Мы на Шамаим. Ашем меня туда послал. И так стало, что честные люди всегда честные. От имени оно всегда оно. Еще раз я повторю, это важно. Вой бахоли одам, кики худыши гуммекуна. Среди нас всегда же здесь такой нету, Барух Хашем. Вот здесь Чудмира, да, сидит? Или ее нету же здесь? Здесь она? Чудмира здесь? Good. Я вам скажу одну вещь. Чудмира, если меня кто-то спрашивает, малой Йосеф, где почему колонщина? Я говорю, факат, когда свой бед говорил. Почему? Я когда учился в public school, только приехали в Америку, весь хешохес там, акелюш, бача ишива на моле, ишива демона, ичи отнимите, алхотнес, азу мекшан, гушна мепьон, гушна мерун, и вай. Хай мой папа говорит, май наш, Йосеф, джон, да дэша, public school, я захожу туда, зоопарк. Мальчики, девочки на каждом этаже целуются, понимаете? Директор проходит 2 копейки, я говорю, папа и Макевичи. И уже я с папой спорил, да, нет, один день, один черный, ножи в руках, ланчрум. Все сидят, обед берут, а я сижу на столе, там за столом, потому что я с кипой не буду таким телефоном кушать. И бухайским мальчикам, девочкам я рассказывал там дивнеторо, истории. Один парень черный подошел возле нас, одной девочки, без никакого слова. Шах-шах, там лезет ей лицо. С ножом в руках, так, между пальцами поставил, шах-шах-шах, и убежал. Я это увидел, это мне было достаточно. В тот же день после школы я пошел в дин, доктор, принципал офис, и сказал, дайте все мои документы. Я вынес и зажжел себя в ешиву. Аткан. Я учился в паблик скуле, прихожу в пятницу синагогу Бет Гавриэль. Я плохо читал на иврите. Молосим Хуашев только открыл Бет Гавриэль тогда. Он говорит, малой Йосеф, мегазет бачок ти якджо, а что там, 16-17 лет. Якджо, шира шири мехоне. Я говорю, это тяжело читать, я паблик скуле учусь. Он говорит, вы делаете ошибки, ваши ошибки на меня. Вот так, через год после этого я уже там встретился, на улице я тоже читал. И Михо, Арвид, Шахарид, Мусав, все. И там я, можно сказать, поднялся всю свою жизнь. Потом, что стало, 4 года назад я работал в Шаре Цион. Один наш бухарский, который 2 доллара в кармане увидел, себя потерял, так и есть же. Дурам, я кему божал. Он стал неправильно разговаривать. Я его сына в классе имею, он чем мою сторону взять, своего сына в сторону берет, говорит, иди лабай своему, скажи, что он так, 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 я его босс, я его хозяин, я ему плачу, что-то не так, я его оттуда выкину. Неправильно стал разговаривать, неправильно стал текст мне посылать. Я позвонил Симху Алишаеву. Я говорю, мол, Симхо, вот так дело идет. Вы поставили этого человека, он 2 доллара в карман увидел, я потерял. Я не хочу среди народа встать и его на место поставить. Вы можете с ним поговорить? Тот, который думал, что уже на небесах ходит, через 1,5 часа мне позвонил. Час. Малой Йосеф, Махедом, Экунет, Машмок, неправильно, я знал. Я потом позвонил Малой Симхо, говорю, Малой Симхо, thank you. Большое спасибо тем, кто вас воспитал. Почему он вас воспитал? Того человека никто не воспитал. До сегодняшнего дня люди от него страдают. Вой, бахолеки, одам. Кеки не метона фарзатошуме колонка там. Существовать не надо, надо воспитать детей. Чудмира, thank you. Все ваши дети, все ваши келино, все ваши внуки, правнуки, все на правильном пути. Или Божан, факат хусандями ноебинет. Вахени и лицом веномар. Амин. Завершающее слово. Было Михаил Баховод.